Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. И снова с вами я, Александр Казмирович. Я сегодня хочу презентовать новое служение, которое мы начинаем. Это онлайн-музыкальная школа. А скорее всего, это будет онлайн-школа искусств, потому что мы будем развивать разные направления. И если вы хотите благословить своих членов церкви для того, чтобы они обучались у хороших специалистов, профессионалов в музыкальной части, возможно, и других, мы сейчас подключаем и художников, пожалуйста, пишите нам, и мы вместе поднимем ваше служение, прославление, служение других направлений, возможно, это медиаслужение. Пожалуйста, вы таким образом благословите и своих членов церкви, и свое служение, и также тех служителей, которые будут служить вам. В том числе ваш покорный слуга, я Александр Казмирович, я профессиональный вокалист, 9 лет работы в ансамбле Вооруженных сил Украины, солистом, преподавание 25 лет, 15 лет онлайн. Это только маленькая вещь, которую я могу сказать о своем служении, о своей работе, но таких, как я, в нашем служении много. Есть люди более талантливые в разных направлениях, которые могут послужить вашим церквям. Неважно, находитесь ли вы в маленькой церквушке где-то в Швейцарии, или где-то в Украине, или где-то в Америке. Но если вы находитесь онлайн, вы можете получать такие же уроки, как те, которые находятся у нас в городе или в других городах. Пожалуйста, если вам интересно это, пишите нам, пожалуйста, в комментариях. До новых встреч, друзья!